Компания по присвоению Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». Заседание организационного комитета во главе с мэром города Сергеем Носковым прошло в стенах городской администрации. Самое главное, это, конечно, голосование жителей, это активность всех, кто живет в Дзержинске, кто живет, кто просто знает о Дзержинске, неважно, где он живет. Вот это, наверное, самое главное. То есть от активности людей будет зависеть как раз и принятие решения, и скорость этого принятия решения. Это наш маленький вклад в огромное большое дело, которое было сделано очень давно. И просто отдать должное тем людям, кто действительно сделал этот подвиг. Это, наверное, самое главное. Все остальное – это уже организационные вопросы, там, информационные вопросы. Это уже технологии, это просто процесс. Уже проведена большая организационная работа. Собраны исторические и архивные документы. И совместно с Комитетом по делам архивов Нижегородской области подготовлена историческая справка о вкладе предприятий и жителей города Дзержинска в победу в Великой Отечественной войне. Утвержденный порядок проведения голосования за присвоение Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». И официально озвучена дата его запуска – 17 июля. Поколение, которое заработало это право называться городом трудовой доблести, оно свою задачу выполнил. Они просто выполняли боевые военные задачи и делали это блестяще. Мы знаем, что 27 тысяч дзержинцев, 27 тысяч были награждены орденами и медалями. Это было чаяние большого количества дзержинцев, разных поколений, молодежи, ветеранов. И считаю, что мы начали большой этап работы. С предложением начать сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску звания «Город трудовой доблести» выступил именно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на отчетном мероприятии главы города Дзержинска Ивана Носкова, посвященном итогам работы за 2020 год. Я считаю, что город Дзержинск, безусловно, достоин этого звания. И я просил бы Ивана Николаевича организовать вместе с исполкомом партии «Единая Россия» организовать сбор подписей как можно быстрее, причем я думаю, что дзержинцы активно откликнутся на эту инициативу. Также прошу депутатский корпус Дзержинска помочь и депутата Государственной Думы, и депутатов Законодательного Собрания, и депутатов Городской Думы. Я думаю, что это будет очень правильно, если в этом году мы тоже будем претендовать на это звание. Город этого достоин. Указом президента Путина 2 июля 2020 года звание «Город трудовой доблести» уже было присвоено Нижнему Новгороду. С инициативой создания оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду почетного звания выступило региональное отделение «Единой России». За присвоение звания проголосовали тогда 846 тысяч человек. Мария Бурова, «Время новостей».